Дорогие друзья, добрый день. А сейчас мы находимся на набережной реки Яуза, где производственный комплекс ГВУ «Автомобильные дороги» выполняет глобальную реконструкцию и капитальный ремонт 480 тысяч квадратных метров благоустройства. Вместе с ГБУ «Автомобильные дороги» компания «Спецдорпроект» выполняет строительство и реконструкцию 42 светофорных объектов, 14 светофорных объектов на левом берегу Яузы и 28 на правом берегу. В рамках программы развития городской среды» это самый масштабный и амбициозный проект, в котором участвует компания «Спецдорпроект».